Ты тупой просто. Давай, короче, мы с тобой... А, еще вопрос прямой у меня, да, я это и Хэтугу говорил. 20 секунд. Улица, увидят люди, полиция призывает. Мы можем с тобой? Я могу выйти в зале, но по улицам правильно, без защиты, без защиты. Так как, смотри, я из-за тебя балбеса, да, у меня есть родные и близкие, которые сами на воле. Я не смогу из-за тебя, тупого и глупого человека, садиться в тюрьму. А это может быть. Марат, ты, я буду с тобой подожди, драться еще. До конца, только на улице, если ты этого хочешь. До конца. Ты все, не хочешь в тюрьму все. Сесть? Я тоже, но если надо, я сяду. Не все, газу туда. Все. Все, самообороняться. То есть у меня, в принципе, нет такой цели встретить на улице и ему что-то сделать. Но по его мотивации я понимаю, что он будет меня нападать, драться со мной. Естественно. Ответь при всех, чтобы это не выглядело. Нападай, хорошо? При всех говорю. Я тебя обижу, я не собираюсь бить из-под тяжка. Я тебя уже свят, я тебя приветствую. Пошли, отойдем. Вот так это будет выглядеть. Ай, пойдем драться сходу, да? Ну, пойдем, отойдем, идем драться, да. Будет отлюдное место. Ты проявишь мне такое малое уважение, уйти оттуда, чтобы не видели дети и прочее. Ну, конечно, если мы уже с тобой встретимся, конечно, отойду с тобой. Все, вот это мне от тебя нужно, больше мне ничего не нужно. Все, кайф. Вот все, бля, давно на улице не дрался. Не дам я ему ни реванша, ни клетки, ничего. И то, что мы с ним подеремся на улице, это ничего не изменит. Вот это дело, где чей задета, там и мужчина должен себя показать, как мужчина. Спорт, может быть все, что угодно. А улица это другое. Что в том понимании честь? Еще раз, тебе давно далеко, и у тебя ее нет. Теперь ты рыба, ты уже это впитал в свое сердце, в свою душу, которая у тебя испачкана и грязная. И ты сам знаешь, что ты лгун и врун, дали по рукам, тема убитая, ты ее поднял личину со мной и говоришь, что я балабо. Марат, ну мы с тобой по рукам дали до боя, после боя ты стал балабо. Хотя я тебе не писал даже, ты мне написал, я тебя провоцировал, ты мне писал. Поэтому до встречи, я тебя увижу, Святослав. Святослав, я тебя приветствую. Пошли выйдем. Вот как все, это будет выглядеть. Никаких из-под тяжка, никаких сзади. Свят, приветствую. Кайф пошли. Вообще. Все. Офигенно, брат, да. Тренируйся. А так живи с этим и засыпай с этим, что ты у тебя не хотела мужества выйти в ринг, ты в это впитал. Питал, что я тебе подарил боль. Живи с этим. Спасибо, Марат. И спасибо, что этим. Дал напрягать тебе локтями и коленями. Все на уважение. Спасибо, что дал тебя повалять по октагону и по... Не за что. Тебе спасибо за билет жизни. Тебе спасибо. Тебе спасибо. Я наконец-то начал билет зарабатывать. Билет жизни у тебя будет, когда мы с тобой всем встретимся, спасибо. Как ты говоришь. Всем спасибо всем, кто был. Спасибо. Не берите пример со Свята. Да, и следите за своим языком. Всегда за слова надо если отвечать. Где-то у меня есть... И не быть издоболом, как Марат. Где-то я ошибся. Споткнулся ты. Об свой язык споткнулся ты длинный. Вот отсюда споткнулся. Кто знает, кто знает. Если где-то я споткнулся. Об свой длинный язык ты споткнулся, Марат.